Первыми объектами акции «Жизнь без барьеров» в 2018 году стали драматический театр и несколько детских садов. Каждый из них недавно завершил модернизацию зданий в соответствии с современными требованиями. Так, в конце прошлого года был введен в эксплуатацию уличный подъемник театра драмы. Первые шаги к созданию безбарьерной среды здесь были сделаны еще во время реконструкции. Внутри культурного учреждения люди с ограниченными возможностями здоровья чувствуют себя комфортно. Теперь не будет затруднений и на входе. Люди с ограниченными возможностями по здоровью сейчас могут беспрепятственно посещать театр. И с каждым днем все больше и больше у нас таких посетителей. На каждом спектакле у нас есть сейчас по одному, по два инвалида-колясочника. Театр стал доступным, и мы рады их встретить. Следующий объект – детский сад номер 28 «Новые». Это первое на весь микрорайон дошкольное учреждение, где в полной мере обеспечено свободное передвижение детей в инвалидных колясках и созданы условия для работы в рамках инклюзивной системы образования. В районе Выи у нас нет детского сада, который позволял бы принимать детей с нарушением движения. И было решено, что такой садик должен быть. То есть доступная среда должна быть для всех детей. В этом детском садике созданы условия для детей с ограниченными возможностями, с учетом создания безбарьерной среды, такие же, как для их сверстников из общеразвивающих групп. По традиции уровень удобства проверялся экспертом. Ольга Бабина вместе с мамой оценили качество как конструкции, так и функциональность всего учреждения в целом. Посетили спортивный зал со специальными тренажерами, провели много времени в сенсорной комнате, поиграли в игрушки. Я считаю, что такой садик жизненно необходим вот у нас здесь на Выи, потому что таких садиков на Выи у нас не было. И считаю, для детей, что это очень хороший садик для любых детей с отклонениями физического здоровья. Мне очень понравился садик. Я считаю, что это вот. Я еще такого садика не видела, в принципе, у нас в Тагиле. Хотя вот у меня ребенок уже посещающий, который садик. Но я еще такого садика не видела в Тагиле. Очень хороший садик. Акция «Жизнь без барьеров» действует в Нижнем Тагиле уже 5 лет. Десятки заведений культуры, образования и спорта получили объективные оценки от тех, ради кого и создается эта инфраструктура. В 2018 году организаторы намерены провести контрольные выезды на 9 объектов. А самое главное, и это новинка акции, протестировать городские дворы, которые в прошлом году были отремонтированы по программе создания комфортной городской среды.